Серьезная авария произошла во вторник днем в Колпашеве. На пересечении улиц Белинского и Ленина столкнулись два автомобиля. По информации Колпашевского отдела ГИБДД, иномарка Toyota Ipsum под управлением мужчины 1954 года рождения при движении по улице Белинского со стороны Коммунистической в сторону Ленина не уступила дорогу автомобилю Toyota Mark II. Последний ехал в прямом направлении по улице Ленина со стороны Горького в сторону улицы Советский Север. Им управлял водитель 1996 года рождения. В результате столкновений иномарки получили серьезные повреждения, в аварии никто не пострадал. Госавтоинспекторы отмечают, что перекресток представляет собой место повышенной опасности. На нем пересекаются транспортные потоки, движущиеся в разных направлениях. Проезд перекрестка требует особой внимательности и осторожности. Подъезжая к перекрестку, необходимо убедиться, что поблизости нет автомобиля, который собирается первым совершить маневр. На безопасность движения также влияют и погодные условия, которые водители обязаны учитывать. В осенний сезон необходимо заранее позаботиться о своевременной замене автомобильных шин с летних на зимние. По данным синоптиков, временное потепление в Томской области вскоре сменит холодная погода, понижение температуры воздуха начнется с 20 октября. Сотрудники госавтоинспекции рекомендуют водителям следить за прогнозом погоды и заранее побеспокоиться о замене резины. Еще один фактор, который влияет на аварийную ситуацию на дорогах – видимость. Световой день сократился, на улицах рано темнеет. Помочь обеспечить свою безопасность в темное время суток пешеходам могут световозвращающие элементы на одежде.